бывает со склонностью к внутренней противоречивости мировоззрения. Например, имеет способность приврать, пустить в дело якобы необходимую ложь с самыми лучшими намерениями. К примеру, чтобы сделать людей счастливыми. Звук «Л» говорит о сильно развитых родственных чувствах. Эти люди довольно открыты, но в то же время бывают переменчивы. У этих людей может проявиться потребность блистать, быть центром внимания. Звук «В» в этом имени заставляет человека сначала тщательно планировать свое будущее, а затем биться за выполнение своей фантазии. Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Иногда владелец этого имени – это творческая личность, устремленная в будущее. Дружелюбные, носители оригинальных идей, которые на первый взгляд могут показаться сумбурными, но часто они содержат ценное зерно истины. В период уныния и депрессии человека с этим именем лучше поддержать и поговорить. Взамен вы получите преданного товарища, которому можно будет доверять до конца жизни. Покорить обладателя этого имени можно только делом, а не страстными обещаниями. У этих людей удивительная интуиция. Их часто посещают пророческие сны и видения о том, что должно произойти. Буква О таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Они находят красоту в любых ее проявлениях. Реализоваться такие личности могут в сфере искусства, медицины, религии, философии и метафизики. Часто в характере людей с буквой О в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.